Перспективы сотрудничества в топливно-энергетической сфере стали главной темой переговоров премьер-министра России и его алжирского коллеги. Дмитрий Медведев и Абдельмалек Селяли уже подписали целый ряд документов, касающихся двустороннего взаимодействия. По словам главы российского правительства, страны уже много лет совместно работают в самых разных отраслях, и связи необходимо укреплять. Премьер-министр Алжира предложил нашему государству стать партнером в разработке сланцевого газа. Вопрос коснулся и торговых отношений. Сейчас наши связи находятся действительно на подъеме, чему свидетельство большой объем торговых контактов. Общий товарооборот растет, даже несмотря на всякого рода сложности, которые испытывает мировая экономика, которые всегда есть в наших экономиках. Тем не менее, цифры хорошие, около 2 миллиардов за прошлый год, и этот год тоже начался с неплохих показателей.